Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире духовно-просветительская программа «Лампада», в студии Наталья Полянская. Сегодня в рубрике «О храмах Полоцкой епархии» мы расскажем про приход Вознесения Господня городского поселка Рассоны, а также о прибытии чудотворной иконы Божией Матери Тобынска на каноническую территорию Полоцкой епархии. В северном районном центре Беларуси находится всем известный край партизанской славы Рассонщина. Местечко Рассоны впервые упоминается в летописи 1552 года в составе Полоцкого воеводства Великого княжества Литовского как небольшое поселение из 7 домов рядом с церковью. Рассонский храм был построен в 1836 году. Престол освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был построен деревянным, с колокольней. В то время здесь отсутствовали церковная утварь, кроме распятия Спасителя. В 1879 году на месте деревянного был возведен храм из бутового камня и красного кирпича, который увенчали 5 куполов. Напротив храма находилась 3-летняя церковно-приходская школа, где кроме общеобразовательных предметов преподавался закон Божий. В 1934 году не устоял Рассонский храм, прослуживший поселку 98 лет. Храм постигла та же участь, что и многие святыни нашей земли. С приходом советской власти храм был закрыт и осквернен. Иконы, церковная утварь, принадлежности – все бесследно исчезло. Храм стал прибежищем для цыган и бездомных людей. Со временем местное руководство расположило здесь склад для сельхозинвентаря и минеральных удобрений. Все попытки убить веру в Бога в сердцах людей старшего поколения не достигли конечной цели. Некоторые рассонцы собирались группами на церковные праздники и молились по домам, где жили наиболее верующие люди. Господь услышал молитвы верующих, и в 1991 году по благословению Преосвященнейшего епископа Полоцкого и Витебского Димитрия были начаты работы по восстановлению храма при содействии специалистов и рабочих новополоцких заводов «Нафтан», «Виталит», работников рассонцев Рассонского районного совета депутатов, активным участием местных жителей. В 1992 году храм начал действовать. Он был освящен в честь Вознесения Господня. Первая служба состоялась на Пасху. Большим событием для нашего прихода стал подарок уроженке нашего района старинные иконы. Икона трех святителей и казанская икона Божией Матери. Они у нас появились в храме в 1995 году. Казанская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых икон нашего храма. К ней чаще всего обращают свои взоры прихожане, взывая в бедах и болезнях. С 4 марта 2002 года в нашем приходе служит протоиерей Александр Гордеевич. Благодаря усилиям священнослужителей и прихожан в нашем храме заменен пол, отлиты новые колокола, появились новые купола. Также обновлено внутреннее устройство храма. Построен верхний клирос, изготовлен новый иконостас. Также преобразилась и прицерковная территория. Высажены еловые и рябиновые аллеи. Высажен фруктовый сад. В 2001 году был приобретен дополнительный комплект церковных колоколов 8 единиц. Их размещение на колокольне позволяет одному звонарю исполнять разные мелодии колокольного звона. Храм ежедневно открыт для всех желающих его посетить и приглашает на богослужение. Сегодня храм Вознесения Господня является одной из визитных карточек Рассонщины. Деятельность прихода охватывает множество направлений жизни человека. Это работа с учреждением образования и культуры, с детьми и молодежью, социальная работа и миссионерская деятельность. Несмотря на то, что наш приход небольшой, как, в принципе, наш район, но наша церковная жизнь большая и насыщенная. Милосердие и благотворительность – вот главные наши задачи, которые стоят перед социальным направлением в работе нашего храма. Значит, возглавляет эту работу у нас добровольная группа «Милосердие», которая была образована 11 лет назад по благословению отца Александра. Она была образована вместо сестричества. Одной из главных направлений нашей социальной работы являются благотворительные акции, которые проводятся у нас на приходе. У нас очень тесная связь с социальными учреждениями. Это
отделение сестринского ухода, которое находится в нашей районной больнице, 2 отделения круглосуточного пребывания для престарелых и инвалидов и дневное отделение для инвалидов и людей пенсионного возраста. Насильники этих учреждений имеют возможность принять таинство крещения, исповеди и причащения. По приглашению администрации этих учреждений отец Александр проводит для этих людей беседы, встречи. Особенно тесная связь у нас с отделением дневного пребывания для инвалидов и людей престарелого возраста. На базе этого учреждения у нас работает клуб «Азы православия». Занятия в этом клубе проводят отец Александр и члены нашей группы милосердия. Большая работа в приходе проводится по выполнению соглашения Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской церковью, Православной Церковью. Также сплочает нашу общину и паломнические поездки. Раньше мы очень часто выезжали к российским святыням, теперь, конечно, больше по Белоруссии, а еще больше по Полоцкой нашей епархии. Вознесся над Рассонскую землею величественный православный храм. О том, идти какой жизненной дорогой, он колокольным звоном возвещает нам. Надеюсь, он простил нам годы лихолетия, когда гулял злой ветер меж церковных стен и беспросветное безбожие, опутавшее сетью, людские души превращало в тлен». Прошлый, 2022 год, для храма Вознесения Господня был юбилейный. 30 лет исполнилось восстановленному храму городского поселка Рассоны. Звон колоколов сегодня призывает рассонцев в храм, помогая найти дорогу к Богу. На минувшей неделе, в субботу второй седмицы Великого Поста, епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий возглавил божественную литургию в церкви Вознесения Господня. Вот мы с вами в храме находимся, и нас окружает множество икон. Мы видим лики святых, мы читаем их житие, и мы стараемся в меру сил им подражать. Если вдруг наши близкие увидят, что в период поста мы стали добрее, мы стали снисходительнее, мы стали легче в общении, они подумают: слушайте, хорошее дело. Это же человек, который до этого, так скажем, раздражался, перестал раздражаться. Человек, который унывал, перестал унывать, стал молиться Богу. Человек, который осуждал других, перестал осуждать. А как ты этому научился? Очень просто. Я соблюдал пост и творил молитву. И старался быть добрее, потому что я поставил перед собой правильные христианские цели. И вот когда человек соблюдает пост с таким настроением, то это уже не становится диетой, это не становится тяжелыми оковами, а что бы мне поесть. Это не становится мечтой, ох, похудеть к Пасхе. Это не становится какой-то ненавистью к мясным продуктам. Ведь представь, если бы мясо, вкушение мяса было так грешно, неужели бы мы вкушали мясо на самый светлый праздник, на Пасху? Пасха – праздник всех праздников. Вот там, наверное, должен был быть, по нашему разумению, самый настоящий пост. Но нет, святые отцы говорят, что нет, на Пасху разрешение на вся. Это означает, что нет поста телесного, а есть радость со Христом, и даже в вкушении пищи мы испытываем радость. А радость человек испытывает тогда на Пасху, когда он до этого воздерживался. Чем больше воздерживался, тем больше радости. Чем больше постился, тем ему слаще праздник Пасхи. И он понимает этот праздник как духовный и таинственный. И вот когда мы с вами, дорогие братья и сестры, проходя период Великого Поста, будем добрее друг к другу и не будем осуждать других, упаси Бог, в чем-то кого-то осудить. Потому что пройдет день, два, месяц, какое-то время, и Господь
попускает осуждающему человеку впасть в точно такой же грех, но в гораздо большей степени. И поэтому для нас это очень важно, чтобы один грех осуждения может перечеркнуть все наши добродетели и нас лишить вечности и радости жизни с Богом. Будем стараться молиться друг о друге, никого не осуждать, никому не завидовать, не тщеславиться, не празднословить, а проходить пост в радости и веселье, потому что это время подготовки к самому светлому, к самому замечательному празднику, празднику Воскресения Христова. По благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего Экзарха всея Беларуси, епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия, в Полоцкую епархию прибыла святыня Уральской земли, чудотворная икона Божией Матери Тобынская. Икона второй год находится в Беларуси. Сейчас доставлена в Богоявленский кафедральный собор. До 6 апреля святыня будет пребывать во всех главных храмах благочиния епархии. Эту икону почитают не только православные христиане, но и мусульмане. И мы очень рады приветствовать этот образ в нашем кафедральном соборе. Пусть пребывание Пресвятой Богородицы в нашем храме и в нашем городе укрепит веру в людях, дарует всем мир, здравие душевное и телесное. Самое важное, всех утвердит на пути покаяния, поставит всех на рельсы спасительного пути. История Тобынской иконы Богородицы открывает себя людям уже более 400 лет. Первое явление понималось как благословение на утверждение православной веры на земле, до этого христианства не знавшей. Случилось оно в конце XVI века на Южном Урале, неподалеку от села Тобынского, где был небольшой монастырь. Как гласит предание, некий иродиакон, монах, шедший с села в монастырь, услышал неземной глас: «Да почтится правоверные братья, богоспасаемые обители, приятелями в храм Господа моего». Но не вняв этому неземному глазу, подумав, что это вражеское наваждение от лукавого, он прошел мимо. На следующий день, проходя этого же места, он также услышал тихий кроткий глаз: «Возьми мою икону». И увидел чудесное явление иконы Пресвятой Богородицы на камне. Икона сияла лучами божественного света, озаряя все вокруг. Инок, поклонившись святыне, побежал с этим известием к себе в монастырь. Возвестил об этом чудном явлении братья монастыря, и уже придя на место явления, торжественно крестным ходом взяв икону, они отнесли ее к себе в обитель. Там ее разместили в самом святом месте, в храме, в алтаре. И отслужив благодарственный молебен перед иконой, они ушли спать. На следующее утро, зайдя в алтарь, иконы там не обнаружили. Начали ее искать на территории монастыря, и лишь только поздним вечером обрели ее на вратах во вход в монастырь. Сняв оттуда икону, монахи снова размещают ее в алтаре, но так история повторяется до трех раз. Матерь Божия вновь и вновь являла свой образ на вратах монастыря. Тогда монахи поняли, что это воля самой Царицы Небесной, и оставляют икону при вратах, как вратарницу, строят там временную часовню и возносят молитвы ко Пресвятой Богородице. Сколько находится икона в обители, история умалчивает, но известно лишь из предания, что на этих землях орудовали огоряне. Это были язычники, они были очень агрессивно настроены ко христианам и периодически нападали на христианские селения с целью наживы и ограбления. И было совершено нападение этими разбойниками на монастырь, обитель была разграблена, монахи были избиты, выгнаны из монастыря. И вот в это лихое, смутное время Матерь Божия скрывает свой образ от поругания, от рук безбожников и нечестивцев. И вот примерно через 100 лет, через век, Царица Небесная являет свою икону на том же месте, на том же камне, возле той же самой горы, которая называлась Тобынская, являет ее трем пастухам. Это были отроду башкиры, они пасли скотину возле ручья и также увидели чудесное явление иконы Пресвятой Богородицы. Любопытные башкиры хотели взять ее в руки, начали к ней приближаться, но икона начала от них удаляться чудесным образом. Тогда они воспылали ненавистью ко христианскому Богу, взяли топоры и начали ее кощунственно рубить. И вот за это святотатство они тут же были наказаны Богом. Они троем ослепли. И вот, блуждая по лесу, как слепые котята, натыкаясь на ветки деревьев, они все-таки где-то глубоко в своих сердцах начали понимать и осознавать, что они совершили что-то непоправимое и ужасное. И
и начали каяться. И вот благодать Божия коснулась одного из них, это был совсем молодой человек, отрок лет 14-15, он, пав на колени, начал просить русского Бога, чтобы ему прозреть. И происходит чудо, он находит икону, которую они повредили на ощупь, и, приложившись к ней, он исцеляется, он прозревает. Впоследствии он отыскал своих соплеменников, которые блуждали по лесу, также их подвел к иконе, и они тоже исцелились, они тоже прозрели. Но вот этот молодой человек, он прозрел не только телесно, но и духовно. Он, благодарность Богу, он отозвался на призыв вот этой благодати Божией, отозвался на вот эту любовь Царицы Небесной, и он посвящает всю свою оставшуюся жизнь тому, что он следует за этой иконой. Он берет на себя такой подвиг юродства, аскетизма, он принимает, он крестится в православную веру, и он все время ходит за этой иконой. Он несет свою благую весть. Он рассказывает одну и ту же историю. Как они когда-то обрели этот образ, как они кощунственно над ним надругались, как были наказаны Богом, и как по любви и милосердию Царицы Небесной были прощены и исцелены. И Господь продлевает его годы на земле, чтобы он как можно больше мог людей привести к Богу, ко Христу. И он проживает долгую жизнь, около 130 лет, как гласит предание, и умирает где-то в крестном ходу под городом Челябинском. Впоследствии начали происходить многочисленные чудеса от иконы Божией Матери Тобынска. Больные, страждущие и одержимые нечистым духом получали от иконы просимое. На сегодняшний день, где находится оригинальный образ Пресвятой Богородицы, неизвестно. История гласит, что, возможно, в Китае, но точно никто сказать не может. В 2010 году по инициативе Оренбургского казачьего войска и по благословению Священного Синода был возрожден и реабилитирован тот трагически прерванный крестный ход в 1919 году. Из 2010 года Матерь Божия Тобынская вновь идет по Святой Руси. Она обошла уже более 70 регионов только Российской Федерации и вышла далеко за ее пределы. Она была в Сербии, в Абхазии, в Осетии. Ее поднимали на самую высокую точку Святой горы Афон. Это монашеская республика в Греции. Она была у гроба Господня в Иерусалиме на Святой земле. И многие другие страны и регионы. Она обошла всю Европу. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания, до новых встреч!